Микрофон просили. Но существует такое правило. Назвался груздем, лечись дальше. То есть, если человек себя объявляет ведуном, волхвом, там, но на самом деле таким не является, то и демоны имеют право бить его этим оружием. Наглядный пример нашего патриота генерала Петрова. Также прекрасный, хороший человек, офицер, многое для России старался сделать. Но как только он себя объявил волхвом, тут же погиб. Вот этого делать нельзя. Пусть они становятся честными людьми, пусть стараются, но не нужно на себя чужой мундир надевать. Пусть бы он офицером Петров оставался, пусть бы Левашов бы честным человеком оставался бы. Но зачем себя объявлять ведунами, волхвами там титулы, если они не понимают, что это такое? То есть, не зная брода, не суйся в воду. Если они говорят, я вот такой крутой, тогда демоны имеют право его проверить на вшивость. Ну, если ты таковой, получай. Выдержишь такой удар или не выдержишь? Справедливо? Вот это и происходит. Все это от невежества. Ведь так говорится, исполнить, пусть плохо свой долг самолично, гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. Пусть каждый свой долг исполняет. Тогда и будет ладушки. А если кто-то пытается чужой долг исполнять и не выдерживает, он погибает. Это справедливо. Я уже объяснял, если бы планы человека совпадали с планами Всевышнего, разве можно такого человека уничтожить? Невозможно. А если амбиции, тщеславие, он начинает пяткой в грудь себе стучать, я вот такой крутой, круче тучи, круче меня никого нет, он сразу получает. Это правила такие, это справедливо.